Сталинному мосту дружбы, да? Мосту дружбы. И нам навеяла лирика. Мы провожаем Веронику завтра в Москву. Гуляем сейчас по ночному Тбилиси, и нам захотелось рассказать вам стихотворение, посвященное Грузии. Грузии, любимой. Давай, начинай. Я научилась ужинать с вином, к шашлыку заказывать в Кемале. Мне радостно за праздничным столом и дома за бокалом цинандали. Я научилась не копить обид и ночью видеть сны, а не кошмары. Бутиль сливать, моральный неликвид. Взмахнув рукой, сказав: проблема ара. Я научилась мелочи ценить, переходить на красный свет дорогу и вечером без повода звонить соседке Ване, чтобы сказать: рожай мне Бога. Я научилась здесь людей любить, к ним относиться как к сестрам и как к братьям, смешные хвостики Милане заплетать и кеды надевать с вечерним платьем. Молитвы за все благодарить и радоваться каждому рассвету. Я научилась просто мудро жить. Спасибо тебе, Грузия, за это. Я словно душою вдруг заболела. Мой Бог, как хочется мне опять к тебе, священная Сакартвело, страна, откуда нельзя уезжать. Вот не успел самолет приземлиться, бегом готова по трапу бежать, не пряча слез, до земли поклониться стране, откуда нельзя уезжать. Вновь прикоснуться и вновь восхититься тбилисским воздухом, вновь дышать, обнять всех тех, кто ночами снится, друзей, от которых нельзя уезжать. Я петь хочу, танцевать, веселиться, бокалы вновь и вновь поднимать и пить вино, и не мочь напиться на землю, откуда нельзя уезжать. Я здесь хочу и грустить, и смеяться, любить и жить, и детей рожать. Я так хочу навсегда остаться в стране, откуда нельзя уезжать. Супер, да? Супер. Пятерка, 5 баллов. Вообще, сказочник у нас мигрельский, видите? Сказки нам рассказывает. Что там, гид? Гид есть? А кто есть еще? Есть гида. Гида? Женского пола, да. Гид это мужчина, а гида это женщина. Да. 50 лари багажи. Памятник мать Грузии. Да. Чаша с вином. Пиала. Пиала. Кто к нам придет? Почему? Почему? Потому что. Кто к нам с добром придет, того мы будем угощать. Да, угощать чем? Вино. Вино. А кто придет с нам с войной, того будем мечом встречать. Да, и погибнет. От меча и погибнет, да? От меча и погибнет. От грузинского набора погибнет.